Читает классиков, занимается рукоделием и сама делает уборку по дому. Жительница Челябинска Мария Рохлина отметила свой 100-й день рождения. С вековым юбилеем ее поздравил Борис Дубровский. С губернатором женщина поделилась секретом долголетия. Его записала и Ирина Гончаренко. Примите искренние поздравления с юбилеем. Спасибо большое. Это для меня такая честь. С большим букетом цветов в квартиру пенсионерки Марии Ивановны заходит Борис Дубровский. Губернатор поздравляет Челябинку с вековым юбилеем. Мария Рохлина рассказывает главе региона историю своей жизни. Приехала в Челябинск в 41-м с мужем. Он работал на Кировском заводе. Эвакуировали их из Ленинграда. Сама всю жизнь трудилась заместителем управдома и паспортисткой. Ковер у вас, вот видел этот ковер? Я опять вспомнил, вот у мамки все время Царство Небесное. Я вышиваю. Мне надо куда-то себя деть, и это тренирует мозги. Это очень важно, особенно для такого возраста, как у меня. Я читаю, художественную литературу. Ну, я живу полноценной жизнью, интересуюсь всем, несмотря на свой великовозрастный возраст. Борис Дубровский вручает имениннице корзинку с подарками и торт. Имениница показывает губернатору фотографии семейного альбома. А вот это вот... Она и супруг. Ой, какие... Вы и сейчас-то глаз не отвести, а раньше вообще... За чашкой чая рассказывает Борису Дубровскому секрет своего долголетия. Хорошая генетика и крепкая семья. Мария Ивановна говорит, всегда вела здоровый образ жизни, любила мужа и все время посвящала семье. Я хранительница домашнего очага, так. И я трудилась, воспитывала своих детей, с них глаз не спускала. Делится Мария Ивановна с губернатором и проблемами. Говорит, недавно затопили соседи, нужен капитальный ремонт. Борис Дубровский поручает министру социальных отношений решить этот вопрос. Недавно она пережила такую неприятную ситуацию, как потоп, который ей устроили соседи. И сегодня есть необходимость помочь ей немножечко привести свою квартиру в порядок. Это поручение выполним, и она продолжит жить своей полной жизнью в отремонтированной квартире. Мария Рохлина поблагодарила гостей за поздравления, пригласила на 101-й день рождения оценить ремонт. Ирина Гончаренко, Леонид Новожилов, ОТВ.